Пойдем по всему
скорее. А у кого оранжевые? Идут пять кружки, оранжевые. Молодцы. О, какие. Какие котятки. Так, ну что, друзья мои, а теперь минуточку внимания. Мы с вами сейчас... У кого желтые, отправляйтесь скорее к бабе. Желтенькие, ко мне, желтенькие. Друзья, мы с вами сейчас отправимся в путешествие по деревне. Вам необходимо будет перемещаться с одного места на другое, выполнять там всякие разные задания и искать наш заветный ключ. А перемещаться мы с вами будем вот по такому сигналу. Как только вы услышите этот сигнал, это означает вам, что бегом, сложа голову бежать, вам заветный ключ, вам желтенькие, да, вам это умей, а вам зелененькие, да, а вроде нужно будет бежать. Ну что, вы готовы? Да! Итак, раскрыли ножки и быстро побежали на ту
да? Обнаружила, что похититель нашего плеча очень любил сыр. Да, ребята? Да! И где был сыр? А вы? Мышка! Как вы думаете? Ну, не знаю, друзья. Ну и что же нам без крича делать? Мы без праздника, что ли, останемся? Придется нам обратиться к волшебству. Да, а знаете ли вы, кто главный зимний волшебник? Дед Мороз? А вообще-то я, наверное, самая главная. Нет, Бабадоня, ты, похоже, не главная. Друзья, а вы видели в этом году уже Деда Мороза? Нет. Тогда давайте, что ли, позовем его к нам сюда, в деревню. Готовы? Дальше громко-громко нужно кричать. Готовы? Направим ножку в живот. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Крепко, крепко держишься! Держишься в руку! Начнись, я пойду завтра! Друзья, ну а теперь Дедушке Морозу нужно сделать большой хороводик. Иначе дедушка развернется и уйдет обратно. Давайте сделаем большой красивый хоровод для нашего дедушки. Ой, дедушка, пошли сюда, пошли сюда. Давайте под музыку мы с вами нагуляем.
морской аппетит. И дружно повторяем. За бабу Дуней, за тетю Грушей и за Авдотьей. Готовы? Батюшка Мороз будет следить, кто лучше всех сегодня танцует. Поехали! И стоим на месте, и играем вот так, на гитаре. Играем, играем. Хорошо! А теперь, друзья, мы с вами попрыгаем и делаем путилочку на подруге. Только вокруг вкусного день. Молодцы! Даже не знаю, как это слов. Все говорят, будто много нельзя. Отлично! Но обожаю. Yeah!
бегом. Так, сейчас, что у меня? Большого. Так. Держите ложки. Друзья, держите их в руках. Наши ложки. Так, у всех ложки. Не только для того, чтобы ими кушать, но еще они обладают настоящим волшебством. Сейчас вам нужно вашу ложечку зашептать свое самое-самое заветное желание. Только тихо-тихо. Девочки, вот так ложечки. Возьмите от ложечки наши. Ложечки. Ложечки наши ложечки. Кто потерял ложечку? Кто потерял ложечку? Ложечки, ложечки. Загаданы. Вы свою ложечку, пожалуйста, не теряйте. Забирайте ее с собой. Утром ею можно кушать вашу. Ну а за желание не волнуйтесь. Дедушка Мороз проследит, чтобы все ваши желания были неизменно исполнены. А вы, друзья, скорее прячьте ложки обратно в карман и не теряйте их. Рыженькая фея, друзья, где нашли свои ложки, да? Ну а теперь пришло время нам с вами фотографироваться с Дедушкой Морозом. Все, два светлые елочки. Друзья, первый класс.